Нам удалось дозвониться депутату Государственной Думы Михаилу Полескину, который планирует лично осмотреть место происшествия. Михаил Петрович, где вы находитесь и что все-таки происходит? Прямо сейчас я продвигаюсь. Конечно, небезопасно. Мало ли что внутри этой штуки. Может быть, там ядерные реакторы нас ожидают. Второй Чернобыль. Михаил Петрович, вы слышите нас? К сожалению, связь прервалась. Я напомню, что около часа назад в столичном Чертанове произошло ЧП. На жилые дома упал неопознанный объект. Число жертв этой трагедии еще предстоит установить. В эти минуты представители Атлантического союза для переговоров с Москвой, рассчитывая также получить доступ к месту падения объекта. Пока специалисты опасаются подтверждать слова очевидцев о том, что все происходящее может быть чем-то вроде инопланетного вторжения. И тем не менее, из разных уголков планеты приходит информация о приведении в полную бой готовность вооруженных сил.